Открылся еще один вечер у меня, возможность тоже такой пасмурный, конечно, весенний, зимний-весенний. Хочу показать вам интересный вид, способ ловли хищной куницы, лесной куницы. Способ дедовский, как я обещал, будет много дедовских способов всяких, как ловили в старину куниц. Вот такой один из методов, конечно, как ловится зверек, я вам не покажу, но как ставится, монтируется и какой принцип действия, конечно, расскажу. Потому что, конечно, это все-таки, наверное, браконьерство. Я этим заниматься не хочу. Я не браконьер. Я просто любитель. Да, плюс охота уже, конечно, это не моя. Сейчас мы найдем ее в лесу. Я покажу, как найдем. Мы ее недавно сделали специально для этой съемки. Но тем не менее. Поиски нашей клёмы, ловушки. Ловушка использовалась, еще раз напоминаю, раньше в Сибири для ловли соболя. У куницы тот же кот, по сути. Ну, чуток меньше размерами. И, конечно, можно использовать. Используется в наших местах очень охотно. Конечно, я покажу без приманки, просто принцип действия. Вот видите на своих экранах. Это нехитрое приспособление. Справа возьму такую палочку-каску. Вот вы видите эту нехитрую ловушку. Ловушка делается очень просто. Принцип действия, сейчас я вам ее расскажу. В старину в Сибири ловили ей соболя, у нас охотно в старину ловили куницу. Ну и ловим сейчас. Вот зверек сбегает на ловушку. Бежит сюда. Здесь, видите, планочка. В планочке привязывается какая-то вкусняшка для зверюшки. Ну, это могут быть соты пчелиные с медом, старым медом. Либо это какой-то кусок мяса, требухи какие-то, куриные головы. Ну, все, что возможно найти, в принципе, сюда привез. Кусок рыбы можно. Главное, что тухлый был рыбы, чтобы запах зверя приманивал за большие расстояния. Ну и, следовательно, он привязывается очень крепко. Сверху накладываются еловые ветки для маскировки. И какой-то вес. Ну, берется тяжелая палка. Палка ложится далее вон там на веточку, что под углом 45 градусов, чтобы вес был сильный. Она очень сильно давила. Бревно берется тоже сырое. Не сухое бревно, видите, оно сырое. Недавно спилено. Делается вот такая вот. Тоже угол 45 градусов примерно, чтобы бревно плотно. Плотно-плотно падал. Далее смотрим, чтобы зверек вот так вот проходил в эту кулему. Что для него делается такой коридорчик. Коридорчик узенький, только для зверька, чтобы он мог просунуть туда голову. На высоте метра полтора от земли. То есть это, ну, сколько там? Чуть выше, чем пояс, да, наверное? Выше пояса. Прибиваются гвозди, прибиваются...